Всем привитание! На второй половину дня мне достается Yamaha MX-12/4. Распространенный микшер. Такая классическая версия, которая себя ведет неправильно. Так, сейчас я его включу. Вот светится у нас два канала. Почему-то. Так, подаю сигнал. Ничего не происходит. Произвольные какие-то показания. Тишина полнейшая. Так, при подключении наушничков вот такой звук. Идет гул питания. Значит, скорее всего, что-то с питанием. После того, как мой подмастерье мне помог разобрать микшер, начнем измерительные работы и посмотрим, где же у нас что происходит с питанием. Этот аналоговый микшер сделан по классике. Хороший силовой трансформатор, стабилизаторы, никаких импульсников. Все, как мы любим. Вот, я думаю, что в плате блока питания что-то произошло. Значит, надо именно отсюда. Так, можно не прибегая к схеме, вот тут все на плате подписано. Ну, все как прямо ламповые старые времена. Можно все обслужить без схемы. Если это касается общих цепей питания. Так, значит, ну, в общем-то, предсказуемо. Вот у нас 15 вольт шина, вот у нас земля, а вот у нас минус 15 вольт шина. Как видим, минус 15 вольтовой шины нет. Так, вот 12 вольтовая есть. Так, 48 вольт я проверял, я уже отключил. Сейчас проверим. Так, цифровые 5 вольт. Так, аналог 5 вольт. Есть. Земля 0. Плюс 15 вольт. Есть. Земля минус 15 вольт. 0,7 вольта. Ну что, начинаем искать здесь. Сейчас отключим микшер от блока питания. Посмотрим, появляется ли это напряжение. Так, вот у нас крайняя минус 15 вольт. Нет, не появляется. Угу, это у нас вторичный разъем. Так, тогда смотрим здесь. Ага. Правильно, я же отключил землю еще. Так, сейчас все верно включено. И вот... Без разъема, с землей. 15 вольт минусовых нет. 5 вольт есть. 15 есть. Минус 15 нет. Ну, кренки на минус 15 вольт довольно часто выходят из строя. Почему-то они менее надежны. Ну, сейчас будем менять. Так, придется снять этот модуль. Okay.
Вот он у нас. Ага, так тут может быть и обойдется дело и не заменой. Они все болтаются, они все отпаялись. Вот как интересно. Тут что угодно может быть. Ну, пользователь жаловался, то, что иногда можно при удачном стуке в пульт получить от него работоспособность. Но сейчас мы его зависимость от стука уберем. И так далее. Так, теперь вот другое дело. Будем монтировать на место. Так, ну вот плата на месте. Микширок заработал. Сейчас проверим все его остальные режимы. Ну, это скучно и долго, поэтому я это уже снимать не буду. Просто поверьте на слово. В общем, это обычная рутинная работа. Я думаю, вопросов никаких не возникнет. Но, тем не менее, если захочется что-то спросить, без проблем отвечу. Пишите под видео.